Fíjese, Prabhu, Восход. Действующие лица. Ангелоиды, автор, мартыр. Древний первобытный мир. По сцене, пожирая хвощи и папоротники, бродят ангелоиды. Это не предки ангелов. Это боковая тупиковая ветвь небожителей, мутирующая в разные стороны совершенно непредсказуемо. У одних грубые деревянные крылья, изредка хлопающие со страшным стуком, у других перепончатые, птеродактилеобразные, но таких немного. И те периодически пытаются взлететь с различной степенью взлетаемости, потом грузно плюхаются на землю. В сторонке стоит автор, и, глядя на все это, что-то старается досочинить, дописывая досочиненное в потрепанную тетрадь. На заднем плане один из плюхнувшихся пытается материться, но другой тут же дает ему по шее, указующим перстом тыча в небо. Кое-кто пытается поднять первобытное солнце, обвязав его самодельной веревкой из лиан. Восход и закат в мире пока что абсолютно нерегулярны и непредсказуемы, несмотря на все выдуманные позже законы мироздания. Сюжет никак не складывается, ибо авторы все время тормошат и отвлекают от творчества крылатые эти твари, подходя к нему со всякой ерундой. Разговор получается односторонний. Те что-то лопочут бессвязно, дополняя выразительной мимикой и жестами. То их интересует процесс размножения, то смены суток или погодных явлений. Автор раздраженно отмахивается. Автор ни в коем случае не претендует на роль Господа Бога или даже его пророка. У автора свои задачи. Главное – кое-как сколотить сюжет. Наконец, он сам, не выдержав приставаний и собственной творческой несостоятельности, раздражается длиннейшей площадной бранью, под которую медленно опускается занавес, на котором повисла какая-то мартышка. На самом занавесе какие-то совершенно непонятные разводы и каракули. Занавес. Thank you.
31. Минералы. Действующие лица. Умирающий. Доктор минералогических наук. Соломинка. Пушистый колос, в который она вырастает. Дворник с метлой. Бомжи. Капитан парохода. Зеленые человечки. Голос диктора. Автор. Действие первое. Доктор, доктор, кричит умирающий. Приходит доктор минералогических наук. Закопайте меня рядом со своими минералами, кричит умирающий и хватается за соломинку, чтобы выжить. Соломинка гнется, но не ломится, и чтобы выжить, опять же вырастает в пушистый колос, двигаясь в обратной временной протяженности. Умирающий следует ее примеру и выздоравливает. Минералы остаются в одиночестве, зеленеют, рассыпаются, приходит дворник, выметает все нахуй большой метлой. Занавес. На занавесе птички калибри. Действие второе. Железная дорога без меры в длину и без конца в ширину, поперек нее шпалы, уходящие в бесконечность. На каждой нехорошая ругательство. По бокам кучка бомжей, ожидающие прибытия поезда. Поезда нет и не будет. Между шпал медленно прорастает трава. Слышен голос диктора, нараспев читающего название минерала. Занавес. Действие третье. Черноморский курорт. На заднике синее море белый пароход, весь корпус которого покрыт нехорошими ругательствами. Капитан в новенькой фуражке ждет прибытия высокого начальства. Пароход постепенно тонет. Голос диктора размеренно произносит слова «Алупка», «Алушта», «Бахчисарай» и так далее по всему Алтаю. Капитан медленно тонет вместе с кораблем и также медленно снизу вырастает доктор минералогических наук. Занавес. Действие четвертое. Необъятное русское поле с мерой в длину и с концом в ширину. С него медленно поднимается летающая тарелка с зелеными человечками, оставляя выжженные в траве нехорошие слова. Доктор минералогических наук с утонувшим капитаном, сидя в кучке бомжей, о чем-то тихо переговаривается. Голос диктора начинает медленный отсчет. 10, 9 и т.д. дойдя до единицы, начинает оперировать с дробями и отрицательными вещами. Занавес. 10, 5. Сзади облачный небосклон. На облаках, естественно, нехорошие слова, всплывающиеся грязными чернилами, исчезающие в лучах восходящего солнца. В облаках неподвижная русская тройка с умирающим, который не умер в первом действии. Умирающий медленно произносит задом наперед нехорошие слова по мере как исчезновения в лучах восходящего солнца. Голос диктора отсутствует. Занавес, на котором все те же птички калибри, но теперь в клюве у каждой червя. Эпилог. Голый дощатый пол перед занавесом, все с теми же птичками калибри. Автор, стреляющий в пол разрывными пулями, которые, отскакивая от пола, создают под потолком волшебную клюву. На потолке проступают обрывки слов, чей грустный смысл может уже только угадываться искушенным зрителем. Голос диктора поочередно называет номерки пальто, которые зрители оставили в гардеробе. После каждого номерка фамилию его обладателя. Удивленная публика медленно расходится, покидая зрительный зал. Конец. Дворник выметает все и всех нахуй большой метлой. Хор зеленых человечков на улетающей тарелке крутится вертится шар голубой. Но слова невнятны и тоже отдают слегка чем-то непристойным. Занавес. Thank you.
Да. Двое. Действующие лица. Двое. Уборщица со шваброй. Тень и силуэт. Действие первое. Двое лежат лицами вверх под садовым умывальником. Время от времени кто-то из них ладонью вверх легонько бьет по стерженьку, и на лица их капают капли воды, на которые разбивается в полете тоненькая струйка. Они довольно счастливы. Сетчатый полупрозрачный задник, на котором нарисованы кусты. За задником периодически проходит некто в широкополой шинели. Виден его силуэт. Эти двое лежат пятками к зрителю, на каждой буква. Из этих четырех букв образуется непристойное слово. Потом они вместе сгибают ноги в коленях, и на каждом колене по букве, из которых образуется другое непристойное слово. Так попеременно несколько раз, все это время периодически слышится треньканье умывальника, потом их обходит вокруг уборщица со шваброй и вытирает натекшую с их лиц воду. Слышны все усиливающиеся голоса гуляющих. Их тени появляются в промежутках между хождениями широко полушинельного и делают непристойные жесты. Речь почти неразборчива, но угадываются обрывки газетных фраз. Опускается занавес, сшитый из половых мокрых тряпок, аналогичных уборщицкой, с которых капает вода. Действие второе. Двое лежат головами к зрительному залу под большими тикающими ходиками с маятником размером с голову лежащих. На головах и на маятнике по букве, из которых складывается непристойное слово. Задник изображает бревенчатую стену избы, на которой наклеены огромные клопы. Периодически один из клопов срывается и падает. Когда маятник останавливается, и слышится пистолетный выстрел. Играется еле слышный траурный шопен. Головы лежащих склоняются в минутном молчании, и на шеях видно по букве, которые составляют часть непристойного слова. Выходит уборщица со шваброй, поднимает клопа, вытирает место, где он лежал, и ставит его стаймя между склоненными головами. На клопе дополнительные буквы к непристойному слову уходят. Маятник возобновляет свое движение, клоп падает, головы ложатся на место. Занавес. Действие третье. Двое лежат валетом в абсолютной темноте, из которой начинают проявляться освещаемые их голова и две ноги, обращенные к зрителю, без всяких непристойных слов в абсолютной тишине. За ними медленно всходит огромная луна, вся исписанная по кругу всеми известными непристойными словами, приближается к зрителю и зависает прямо над передней головой и двумя ногами лежащих. Появляется уборщица со шваброй, смотрит, чтобы убрать, не находит ничего, глядит на луну, роняет швабру и застывает в позе городничего из финальной сцены телевизора. Из зала вспышка блиц, голос «Пиздец!». Медленно опускается занавес из половых тряпок, на которых восходящее солнце, а в углу маленький
спящий, как и он спящий. Катя. Конь блед. Действующие лица. Люди из коня блед. Конь. Голоса из хора Покровского. Действие первое. На первом плане конь блед. У него в боку дверца. Открывается. Из нее один за другим вылезают действующие лица. Они садятся на корточки вокруг коня блед и молчат. В коне блед потихоньку возникает музыка, и сквозь нее чуть слышны становятся слова песни непристойного содержания. Музыка. В такт песни и музыки слегка
раскачиваются сидящие, не произнося ни звука. Сбоку выходит конюх с клочком сена. Предлагает его сперва коню, а потом каждому из действующих лиц, обходя их по кругу. Музыка смолкает. Никто так и не съел ни клочка. Конюх плюет, смачно харкнув, произносит длинное витиеватое ругательство, с трудом взбирается на коня блед и, держа клочок сена перед его мордой, медленно на нем уезжает со сцены. Занавес. На занавесе разнообразные архитектурные виды Италии. Действие второе. На первом плане конь блед. У него теперь маленькие крылышки, прибитые гвоздями, и огромная залупа с яйцами, конская или человеческая, непонятно. Под ним сидит конюх, ковыряется у коня блед в залупе, напевая старинную русскую песню. Ее подхватывает тихонько за кулисами знаменитый хор Покровский. Залупа медленно встает и постепенно увеличивается в размерах, достигая передних ног коня блед. На ней становятся заметны старинные русские письмена, непонятного, но, возможно, непристойного содержания. Конюх встает, похлопывает коня блед по деревянному боку, медленно опускает крылышки коня блед, они на одном гвозде каждый, остальными прибиты драночные перья, и уходит под все усиливающийся хор Покровского, исполняющий старинную русскую песню. Занавес, где архитектурные виды Италии испещрены теперь чуть видными, мелкими, гадкими надписями. Действие третье. На первом плане конь блед, все с теми же крылышками и огромной стоячей залупой с древнерусскими письменами. Вокруг него в первоначальных позах сидят все те же действующие лица. Потом медленно поднимаются и начинают разбирать коня блед по частям, начиная с крылышек и залупы с яйцами. Действие происходит в абсолютной тишине, прерываемой иногда стуком падающих частей коня блед. По окончании работы действующие лица постепенно относят все части коня блед на задний план и там начинают строить из них баррикады. Высвечивается задник, который раньше был занавесом с архитектурными видами Италии, перед которым теперь высится баррикада из составных частей бывшего коня блед. Действующие лица за баррикадой спиной к зрителю застывают в позах ее защитника. Сбоку появляется конюх, все с тем же клочком сена, крадучись, приближается сзади к защитникам баррикады. Осторожно кладет клочок сена у них за спиной и также, крадучись, уходит. Одинокий голос из хора Покровского, чуть слышно возникая, усиливает ее до громогласного, исполняя абсолютно срамную древнерусскую песню. Свет меркнет, опускается занавес, сшитый из огромных полотенец со старинным северным узором. Thank you.
теплотрасса. Действующие лица, рабочие нерусского происхождения, дети русского вида, дети нерусского вида, писающий мальчик, пьяный, грязный русский мужик, маленькая, голая, красивая, грязная девочка. Действие первое. Рог теплотрассы, откуда изредка появляются затылками головы копающих ров рабочих нерусского происхождения. Слышны их изредка гортанные крики на нерусском языке, перемежаемые витиеватым и невитиеватым русским матом. Изо рва изредка вылетают черепа, предметы древнерусского обихода в перемешку со всякой дрянью. Из конца в конец рва, отсюда и до обеда, раскинута, осеняя его, яркая послегрозовая радуга. Слышатся еще даже затихающие раскаты грома. Все вокруг мокро. Изо рва медленно поднимается конец коммуникационной трубы, из которой на четвереньках выползает нерусский человек, распрямляется, смотрит на радугу, поднимает с земли череп, долго смотрит ему в глаза, потом изо всех сил плюет ему в морду и осторожно кладет на место. Чуть слышно возникает восточная музыка на мотив Сулико. Занавес в виде ковра с лебедями. Действие второе. Коммуникационный ров по обеим сторонам насыпи глины. За ним коммуникационная труба с мерзкими рисунками и надписями, вокруг которой и залезая в которую играют голые дети, как русского, так и нерусского вида, периодически выкрикивая нехорошие слова, значение которых они не особенно понимают. Не понимают. Мальчики и девочки почти не одеты. Из конца в конец коммуникационной трубы над ней радуга, чуть ниже, чем раньше, над орлом, чуть бледнее. На трубу забирается самый маленький, абсолютно голый мальчик с известной национальности и долго писает кровь очень сильной половой струей, в которой отражаются все семь цветов нависшей радуги. Все цветы. Изо рва, как из оркестровой ямы, может быть, даже видны кончики смычков и взмахи дирижерской палочки, раздается легкая классическая музыка. Занавес с лебедями, но как бы сильно поблекшими и с разводами от каких-то житейских жизненных переживаний. Действие третье. Абсолютно ровная поверхность над закопанной коммуникацией, обозначенной широкой глиняной полосой. Над ней, из конца в конец, совсем низкая и совсем бледная радуга. На глиняной полосе вдоль нее лежит абсолютно пьяный, абсолютно грязный, абсолютно русский мужик и ругается долгим, скучным матом, почти без вариаций, повторяя одни и те же слова. Радуга постепенно меркнет. Сзади синее небо, на котором начинает светиться небольшая серебряная звезда. Опускается занавес, где вместо лебедя большая, как бы прожженная огромной великанской сигаретой, дыра. Из дыры вылезает маленькая, абсолютно голая, красивая, но очень грязная девочка. Приветливо смотрит в зал, потом грозит ему пальчиком и говорит: «Все». Зрители медленно расходятся. Повернувшись к ним попкой, старается стянуть прожженную великанской сигаретой дыру с бывшим лебедем. Свет в зале постепенно гаснет.
Колода с неимоверным количеством годовых колец. Дуб рос примерно со времен Атлантиды. Сбоку воткнут топор, как раз в натуральное изображение на колоде члена с яйцами в состоянии эрекции, как бы отсекая головку члена от всего остального. Мясник большим хлебным ножом соскабливает с колоды гадкое слово, состоящее из трех слов гомосексуального содержания, слитых воедино. Соскобленные слова тут же появляются снова, как бы флуоресцируя на темной поверхности старого дуба. Мясник, устав от бесполезной работы, бессильно грозит кулаком сперва в сторону кулис, потом в сторону зала, прозрачно намекая на затаившегося среди зала автора всех этих безобразий. Из-за кулис высовывается дамская голова в высокой прическе, украшенная драгоценными камнями. Мясник с воодушевлением выдергивает топор и с размаху втыкает его в торец с годовыми кольцами. «Пиздец!» – произносит дамская голова и со стуком падает, катясь под ноги мяснику. Тот отфутболивает ее за кулисы замысловатым футбольным пинком. Происходит, произносит и так далее. Падает занавес с изображением храма Василия Блаженного. Слышится периодический стук топора и стук и падение голов на разные голоса и мелодии, произносящие слово «пиздец». Постепенно затихая, и из этих же голосов непрерывно нарастающий звук хора, когда бы имел золотые горы и реки полные вина, до громоподобного звучания. Затем также оглушительный, намного громче прежних, стук топора и гробовая тишина.
В этой тишине выходит автор, такой же ярко-красный, в белый горошек рубашки, как у палача, с открытым воротом, так что видна шея, вокруг которой крупным стежком шутит шов. С трудом повернув свежеплещитую голову в сторону зала, автор, запинаясь, произносит по слогам, как бы заново учась говорить. Это интермедия была. Интермедия. Ну и хузник уходит, потирая шею. Его затихающий голос из-за кухни. Нихуя себе интермедия, нихуя себе сиясиня. Мост. Действующие лица. Автор. Путана легкого поведения. Путана нелегкого поведения. Мальчик с солдатиком. Сын путаны нелегкого поведения. Две девочки. Действие первое. Мост с абсолютно рассохшимися щелястыми досками в безводном голом месте. Под мостом с одного боку автор. Хотел, говорит, пьесу написать, ни хера не вышло. Приходится вот так. И показывает пальцем наверх, куда с одного боку над автором поднимаются две путаны легкого и нелегкого поведения. Потом долго увлеченно смотрит сквозь рассохшиеся доски им в промежности. Уходит, возвращается с огромным рулоном туалетной бумаги на подставке, надетым на стерженек. Разматывает за конец в сторону кулис, где тот исчезает. Рулон начинает вращаться, изображая реку, текущую под мостом. Он весь испещрен похабщиной. Одна путана говорит: «Мой сын режет из дерева солдатиков». Целую сумку набрала. Достает поочередные сумки и бросает в движущуюся туалетную реку с похабщиной. Автор увлеченно смотрит в промежности другой путани. Солдаты плывут по туалетной реке. Тихонько звучит марш Буденного. Занавес. На занавесе звездное небо. Звездное небо. Действие второе. Две путаны стоят у недвижной реки. Сумка путаны пуста. Путана стоит у моста. Выходит мальчик с очередным большим деревянным солдатом. Осторожно кладет бумажную реку. Та начинает течь в сторону кулис. «Стикс, ебёна мать!» — говорит вторая путана. Потом, обращаясь к мальчику: «Все, плыви нахуй отсюда, всех клиентов распугаешь!» — показывает зрительный зал. Занавес, где в звездном небе плывет космический корабль. Действие третье. Теперь на переднем плане автор держит конец рулона. На мосту две девочки попками к зрителю, перегнувшись через перила, нараспев читают похабный надпись. Автор начинает сматывать рулон, и за ним вырастает огромная гора бумаги, постепенно скрывающая и мост, и девочек, продолжающих нараспев читать всю похабщину. «Я повернул реку вспять, все равно ни хера не вышло», говорит автор, все равно такие же, блядь. Занавес со звездным небом и космическим кораблем, на бортах которого сеть нехороших рисунков и нецензурщины. Хороший приз. Нам понравилось. Нам будет понравилось.
Свинья. Действующие лица. Мясник, нерусские грузчики, мальчик из подвала, щуплый интеллигент, голые грузины. Действие первое. Задняя стена магазина с черным ходом и ходом в подвальчик, на фоне которой огромная дубовая колода с годовыми кольцами, обозначающими возраст дуба, лет этак 500. До Ивана IV, а то и в 1000, до крещения Руси. Из двери черного хода выходит мясник с топором, произносит односложное ругательство и смотрит вдаль жестом Ильи Муромца. Появляются двое очень маленьких нерусских грузчиков с отвращением волокущих в колоде огромную свинью с висящими, волочащимися по земле сосками. Сваливают на колоду. Мясник, поплевав на руки, берется за топор, отсекает свинье голову совершенно палаческим движением. Отсекает. На нем красный, белый горошек труба. Вместе с выдыханием рубящего мясника голова говорит «бля», как бы непроизвольно. Бля. Движется ее пасть, открывая два совершенно нелогичных для ее пасти клыка. Из подвала появляется мальчик, берет голову, вглядывается в нее и несет вниз в преисподнюю. Одновременно с этим из-за угла появляется щуплый интеллигентного вида человек и, быстро надев очки, начинает писать на стене сложные математические уравнения, подобрав с земли грязный кусок угля. Все это время русские грузчики молча стоят спиной к туше свиньи, лежащей на земле. Звуки дудочки, играющие три поросенка, и грузчики не спеша разворачивают ширму занавес, на которой те же самые математические уравнения уже в готовом виде, с результатом, выглядящим почти как матерное слово. Действие второе. Дубовая колода лицом к зрителю с огромным количеством годовых колец. На колоде сидит мясник, в колоду сбоку воткнут топор. Свиньи почти нет, только задние свиные ноги, заготовленные для холодца. На стене сверху над мясником конец математических уравнений, а под ним план каких-то подземных коммуникаций. Из подвала время от времени слышатся обрывки матерной ругани, а вход в него периодически озаряется вспышками красноватого света. Все звуки вдруг резко обрываются, из подвала летит скрипка и вдребезги разбивается о дубовую колоду. Мясник не обращает никакого внимания на происходящее, потом встает, поднимает одну из свиных задних ног и кого-то манит ей за кулис. За кулис.
Оттуда нехотя появляются два нерусских маленьких грузчика с большой цепью, обматывают ей дубовую колоду и сквозь зубы, произнося матерные слова с нерусским акцентом, волокут ко входу в подвал. Пытаются затолкать туда колоду, она не лезет в силу своей огромности, остается торчать, полностью закупорив вход в подземелье. Мясник вынимает из нее топор, говорит односложное ругательство и уходит в заднюю дверь магазина с одной свиной ногой, оставляя вторую лежать на земле. Из подвала стараются вытолкнуть колоду, она не идет, только чуть подрагивает. Грузчики равнодушно смотрят. Один из них поддевает свиную ногу своей и отправляет ко входу в подвал. Оба медленно удаляются. Скрипка из подвала играет ронда капричиоза Сен-Санса. Свет медленно гаснет, только неисчислимые годовые кольца на торце колоды чуть светятся напоследок розоватым цветом. 10:30. Задняя стена магазина, к которой прикреплен тент, так что образуется маленькое летнее кафе. Обрубки дубовых колод с гораздо меньшим количеством годовых колец использованы как столы и табуретки. Никого. Только у стены с остатками уравнений за дубовой колодой два совершенно голых грузина поют национальную песню. Очень хорошо. Большая колода так и остается затычкой подвала, только торец ее аккуратно замазан белой краской. Один грузин медленно встает, выносит ширму занавес, на которую кистью пиросмани нарисованы плоды и зелень, стирает написанное внизу углем неприличное слово, уходит за ширму, не переставая вести прекрасную грузинскую мелодию. Свет медленно гаснет. Занавес.
Аэростат. Действующие лица. Человек в белом халате, человек в сером халате. Действие первое. Сидят два человека, один в белом халате медицинского вида на стуле, другой в сером, сумасшедший домовского, в плетеной гондоле аэростата, от которой вверх тянутся строфы и что-то суетливо объясняя белому на азбуке глухонемым. Белый снисходительно слушает, потом безнадежно машет рукой. Лети, лети, мать твою, лети. Гондола медленно поднимается. Серый долго смотрит вниз, потом тоже разочарованно машет рукой. Так и знал, что там нихуя нет. Занавес в белой, в виде белой простыни с разводами мочи. Действие второе. Брюхо аэростата. Из него тянутся стропы к корзине, в которой сидит серый и скучает. Корзина на небольшой высоте над полом. Брюхо аэростата все исписано рекламой в перемешку с матом и скабрезными рисунками. Серый пытается раскачать корзину и явно ждет приключений на свою жопу. Появляется белый, расстилает под гондолой желтую простыню и ставит горшок с кактусом. Серый хлопает в ладоши, корзина садится, сильно кренясь. Серый валится на бок рядом с кактусом и становится недвижим. Белый подходит, наклоняясь, оттягивает ему веко. Нихуя, полетает еще. Хуя. Занавес, простыня с разводами мочи и испражнений. Действие третье. Опять сидят двое. Один серый, другой белый. В той же позиции, что и в первом акте. Серый слегка забинтован и что-то продолжает объяснять на глухонемом языке, чуть не попадая в морду белому, так энергично, что гондола, раскачиваясь, раскачивается даже стоя на полу. «Залетишь!» – наконец укоризненно произносит белый, подняв зловеще кверху указательный палец. Серый проводит ребром ладони по горлу, объясняя, как ему здесь остахуело. Белый машет безнадежно рукой, достает из-за пазухи огромную пачку с двумя презервативами. Серый хватает, и гондола медленно поднимается чуть выше, чем в тот раз. Серый достает один гондон и натягивает на голову ввиду разреженности атмосферы. Долго смотрит вниз, приподнимает край гондона, тяжело дышит. Опять нихуя нет. Белый достает из карманов и из-за пазухи аккуратные маленькие домики, расставляет их под гондолой. Гондола чуть опускается. Серый восторженно стянув презерватив. Во бля живут. И люди, как мандаорки. Раздается свист. Гондола стремится вниз, падает. Одновременно падает занавес с теми же разводами и пятнами крови. Из-за простыни рука в сером рукаве бросает в зрительный зал скомканные кусочки салфеток с записанными там коряво ругательствами. Эпилог.
Серый лежит на каталке спиной к зрителям. Перед ним также спиной стоит белый и, что-то держа в руках, рассматривает это что-то. Потом произносит: «Ничего, нос будет как новый, только из него почему-то все время сопли текут». Музыка начинает играть из 7-й симфонии Шостаковича, фрагмент «Наступление немцев на Москву». Занавес. Абсолютно чистая белая простыня, и на ней глухонемое, неприличное слово. Скорее всего, нет, потому что, слыша звуки
движение, отмечая на своей сетчатке, понимаешь, что все слова абсолютно излишни, все, что можно было сказать в вербальном выражении, можно сказать в движении и звуке. Но поскольку уже все это состоялось, то это может вместе все-таки создавать какую-то хотя бы условную гармонию.